Добро пожаловать в игрушку под названием Dead by Daylight. С вами канал The Alex Play, и у нас новый ман Баба Яга. Офигенно здорово смотрится. Посмотрите на ее косу седую. Офигенное платье. Мне нравится, у нее три лица. Такая маска. Куда бы ни посмотрел, с какого угла, она все время на тебя смотрит. Это очень круто. Это очень редкий скин, ультра редкий. Баба-Яга. Как жестокий палач, ее голос проникал в самые сокровенные кошмары детишек. Офигенно, ребятки, ставьте лайки, пишите комментарии. Будет полноценный геймплей, скорее всего, даже две игры. Сделаем Мементо Мори. Даже целых три раза я, наверное, сделал Мементо Мори. У нее также звуки вроде бы изменены, она по-другому будет говорить. Она смеется. Если прислушаться, она смеется. Это очень круто. Вау. Современные сказки. Ультраредкий набор. Ну что ж, давайте уже купим, экипируем, поиграем. Мне нравится, смотрите, она как держит топор, как костыль. То есть он и топор одновременно, и костыль. Ну я очень доволен, очень рад. Давайте по отдельности скин разберем. Маска правосудия. Два лица в одном. Воплощение парадоксального образа злодея и благодетеля. А почему два лица? Такое ощущение, что у нее три лица. Видите, три носа же есть. Ну да, три лица, а не два. Это очень странно. Вот раз лицо, два лицо белое и посерединке третье лицо получается. Традиционное одеяние. Самобытный наряд из обрывков одежды ее жертв. То есть она по клочкам собирала одежду и сшивала из нее себе платье. Прикольно. Слушай, она дымится. Я только сейчас заметил. Она дымится почему-то. Довольно-таки интересно. А, она обгорелая, ребята. Видите, у нее ноги обгорелые. Офигеть. Слушай, ну это очень круто, очень понравился мне наряд. Я в восторге. Ультраредкий топор. Садический топорик. Мастерски сделанное и несущее мучение орудие суда. Ну что ж, хватит томить, пошли играть. Всем приятного просмотра. Обязательно поставь лайк, напиши комментарий, подпишись на канал AlexPlay и нажми на колокольчик. Потому что на этом канале мы делаем обзоры на скины. Скупаем и играем, делаем геймплей. Надеюсь, тебе нравится. Ну, погнали уже. Вау, слушай, шикарный салют. Ну что ж, все готовы, я тоже готов. Надеюсь, будет интересно. Давайте повернемся к вам. Я вся уже дымлюсь в нетерпении начать этот поединок. Так, ну погнали. Ли Юнчин, Стив Харрингтон, Фэнг Мин и Юи Кимура против нас играют. И, конечно же, ребятки, шикарная заставочка загрузочного меню. Очень здорово смотрится. Год тигра. Лесная опушка, поместье Макмиллан. Слышали? Прикольно. Новая озвучка. А что с этим делать? Вау! Вау! Новая озвучка! А как Мементо будет, интересно? Офигенно, мне это нравится. Вау, вот такие должны быть ультраредкие скины и легендарные с другой озвучкой. Вот тогда их, наверное, будет лучше брать, покупать. Фэнгминушка, фэнгминушка. Слышали? О, слышали? Ладно, пойдем. Слышали, как она замахивается? Нет, смысла нету. Аннушке очень сложно бегать. Она смеется еще. Я еще только время потрачу. Попали. Ну, тут тоже сложно будет, конечно.
Слушай, она реально как бабка-ёшка. Блин! Я сейчас проиграю. Не, ну озвучка классная, шикарная. А почему мне хорошие игроки попадаются? Капец. Кстати, отлично. Таксичат. Все хотят, наверное, посмотреть на бабку-ёшку. Два гена сейчас заведут. Блин, ну они умеют играть. Сейчас два гена дадут. Я волнуюсь, из-за этого плохо играю. Блин. Великолепная озвучка. Хотя бы одного поймать сейчас. Далеко ухожу. Сейчас еще, наверное, ген дадут. Блин, я разучился. Нормально. Блин, ну капец какой-то. Фига себе она подобралась, конечно. Да ты шутишь. Да ты шутишь. Вы посмотрите, что они делают. Какие токсичные. Не, нормально. Красавчики, хорошо спасли. А, слышу. Идет. Неужели? А, сейчас еще дадут один генератор. Как же они быстро завоют? Я уже не успею проконтролить. Второе повешение. А, ребят, сори за игру, это первый взгляд. А, капец. Как же все медленно. Да блин, я еще промазал. Я волнуюсь, я переживаю. Давно не играл, капец. Осколок у нее нет. Как она здесь быстро оказалась? Слушай, а нету, нету осколка. Вижу еще одну. Уже отхилялась, ну боже мой, как же быстро. Генераторы далеко друг от друга. Блин, ну чё, пускай спасают. Что делать? Там Юи Кимура. Юи Кимура рядом. Ну все, мне хана. Пойдем к тому генератору. Наверное, возьмем топорики. Тут почти завели. Да почему? Я промазал. Но это не везение какое-то, не фарт.
Да блин, почему топорики так медленно летят? Да уж, конечно. Вот что значит давно в Dead by Daylight не играть. Это понятное дело, что заведут. Капец, я разучился играть. Капец, я фигово играю, боже мой. Отписывайтесь, ребятки, от меня. Нафиг вам такой ютубер, который ни хрена не умеет играть. Ладно, только самые преданные не отпишутся. Вам большое спасибо. А, наугад просто. Так, ну ладно, еще сыграем мы, хорошо? Сколько я не играл? Я за Анушку, не знаю, месяца два не играл. Просто месяца два не играл. И смотри, что делают. Не, нельзя так делать. Надо чаще играть. Наверное, чаще стримы надо проводить. Смотри, как они чувствуют. Они чувствуют, что они успевают. Сейчас будут тут тусоваться. Да блин. Хотя бы стримера заберем. Хотя бы стримера заберем. Ну хотя бы что-то, боже мой. Там еще Стив спрятался, я бы, может быть, его и не заметил. И салютик, ребят. Ну, что могу сказать? Фигово сыграл, потому что давно я не играл в Dead by Daylight, да. А раньше играл часто за манов. Ну, чтобы это исправить, чтобы я чаще снимал Dead by Daylight, чаще выкладывал видеоролики, обязательно поддержи лайком. Это, ребят, очень важно. Потому что именно для вас я стараюсь, для вас я снимаю контент. Если будет плохая активность, зачем мне снимать? Все зависит от тебя и от твоей поддержки. А, ну, будут еще у нас обязательно хорошие катки. Это просто самый первый взгляд. Я бы, возможно, я мог выбрать вам самую лучшую катку. Ну, сыграть 10 игр, выбрать 2 лучшие. И было бы круто. Ну, хотелось именно поделиться с вами первыми впечатлениями игры за легендарный скин Аннушки. Ну, мне понравилось. Это реально круто. Мне понравилось то, что другая озвучка. То есть, как будто бы ты играешь за какого-то нового мана. Понятное дело, что по геймплею то же самое осталось, но вот то, что озвучка другая, это реально круто. И сейчас посмотрим, как будет выглядеть Мементо Мори, и, может быть, по-другому будет озвучка, возможно, да, при Мементо Мори. Сейчас мы посмотрим с вами. Погнали. 3 Мементо Мори подряд. Ну а теперь Мементо Мори, и первый на очереди у нас Джонатан Байерс. Давайте посмотрим на это. Потом я хочу сравнить Мементо Мори ультра редкого скина и обычного. Оу. Жестко. Блин, прикольно. Сейчас знаете, как сделаем? Давайте сейчас мы сделаем Мементо Мори старого скина и нового ультраредкого. И я не буду ничего говорить, просто послушаем отличия. Хотел я взять обычный скин, в результате взял легендарный. Но в любом случае озвучка такая же, как и у обычного. Всем приятного просмотра, мы начинаем.
теперь новый скин ультра редкий. Блин, ну прикольно. Реально прикольно. То, что разная озвучка. Я считаю, что так нужно делать у каждого скина нового. Если скин ультраредкий, либо же легендарный, нужно делать уникальную озвучку. И тогда как бы будет и круче, и купить реально довольно-таки интереснее будет хотеться. И как бы, ну и покупать будет чаще, потому что, блин, это все равно интереснее. Это как-то немножко будет менять геймплей. По крайней мере, на слух уже будет, ну и картинка, и плюс на слух будет по-другому немножко. Вот, и та же самая, допустим, Аннушка уже будет разная, да? Иногда ты хочешь за одну поиграть, иногда за другую. Это здорово. Это реально круто, мне прям понравилось. И да, ребятки, новые звуки прокачки. Давайте послушаем. Сущность как забирает, слышите? Ну-ка. По-другому. Семейная резиденция, поместье Ямаоки. Офигенно. Ну, немножко успокаивает, конечно. Все, я успокоился. Сейчас мы будем более сдержанны, сосредоточены. И постараемся сделать максимум. Все. Полная, полнейшая сосредоточенность. Звуки просто класс. Я хотел отменить. Конверт. Благословение тигра. А, теперь, то есть, надо просто подбирать или нам вешать тоже надо? По двое заводит, что ли? Блин, лучше туда пойдем. Лучок пусть заведут. Отодрали. Ну вдвоем же заводили? Или... Ну вдвоем должны заводить, потому что сомневаюсь, что за 45 секунд... Ну да, вдвоем заводили, по двое. Да завела таки. Как они видят сквозь стенку, что ли? Боже мой, как же они читают классно. Вот, вот я не успеваю, почему, когда бегаю от Анны. Перепрыгнуть, еще и убежать. Боже мой. О, еще конверт один. А я могу другие тоже подбирать? Я могу все три подобрать, что ли? Сколько подношений было? Смотри. О, 8000, да ты серьезно? То есть, чем дольше ты не... Я не понимаю, как это действует. Почему за первую дали меньше, за вторую больше? Типа, чем дольше ты ждешь, тем больше копится, что ли, денег? Блин, она в лачуку побежала, это нереально сложно будет, конечно, там ее поймать. Шепотом так говорит. Ну, понятное дело, надо избавиться от палетки, иначе будет очень сложно. Не торопись.
Это она уже сюда прибежала, слушай, от лачуги. А, секущего нету крюка. Тут еще двое должны бегать. Боже мой! Напугала меня! Перед носом сломала. Блин. Еще и промазал. Сейчас крюк должен восстановиться, и мы, в принципе, успеем ее повесить. Завод, скорее всего, только один, я думаю. Ее уже подняли. На секущую сейчас повесим. Да. Капец, да что ж так быстро-то? Ну, капец, я не понимаю. Это реально очень... Я не успеваю никакие действия сделать. Я даже не успею дойти. Они заведут, скорее всего. Это реально очень быстро. Ману очень нужно много действий делать. Ну, конечно же, они отошли. Слаженная команда. Сейчас... Сейчас еще проще. Смотри, еще один завели там вдали. Нереально сложно. Решил убежать. Стримы надо чаще делать за манов. Ну, боже мой, ну как же он... Как же он далеко убежал-то? Просто убегает подальше, чтобы я за ним погнался, а тиммейты завели генератор. Логично, все правильно. Сделать всем манам воз... Сделать, боже мой, всем манам возможность телепортироваться генератором. Сейчас было неплохо, вот сейчас было неплохо прям. Очень даже. Не успела. Откатывать. Сейчас другая тим... другой тиммейтер подойдет. Нет, не подошел. А, не подошел. Подожди, ну... Ворона же! Я же бил ворона, это очень странно. Никого нету. Понимаю, следы же сюда уходили. Ну, все-таки там есть кто-то. Все-таки есть кто-то в углу. Ни хрена не видно в этих кустах. Есть кто-то, нет, ну, ворона же была. А, ну блин, ну как... Ну... Она, видимо, с тулбоксом, да?
Берусь на дальний вешать. Но я уже не успею, получается, к другому генератору. Хорошей игры, ждите еще не скоро. Мне проще стримы, наверное, делать. Там и поучимся. Да как они читают? Я иду влево, они вправо. Я вправо, они влево. Попали в конце. Немножко уже начинает получаться. Но поздно. Слишком поздно начало получаться. Виси здесь. Ну, главная моя цель, это, конечно же, было показать вам геймплей за нее, чтобы вы послушали звуки. Сделали какие-то выводы, стоит покупать или нет данный скин. Блин. Да, сложно, сложно, сложно. Но игра еще не закончена. Двайт? Он к другим воротам побежал? Прикинь, промазал. За камнем прячется. Подожди, у него осколок? Да какого? Не знаю, мне просто не везет. У меня какая-то черная полоса. Промазал. Зачем? Ну блин, у меня и так все плохо. Ну зачем приседать? Ну ты серьезно? Почему не приседать, когда у вас все плохо? То есть у Мана и так все плохо, а они еще в конце поиздевались. Я не знаю, ребят. Ну, блин. Я очень плохо стал играть за манов, либо же сурвы стали очень хорошо играть. Одно из двух. Не, ну, сурвов же, конечно, надо пожалеть. Пожалеть, да. Надо их отпускать. Пускай приседают себе, если им хочется. Манам ничего нельзя. Манам ничего не позволено. Сурвам можно делать все. Ну, боже мой. Сейчас еще Фэнгмин поприседает. Поприседай. Ну не стало, ну молодец. Ужасный геймплей, ужасная игра, самокритика. Буду стараться, не знаю, либо стримы проводить, либо какие-то интересные катки все-таки для вас выбирать и показывать. Вот. Еще доля волнения присутствует. Ну, я думал, типа, я хоть за кого-то нормально отыграю, но нет. Это жесть, это сложно. Ну, надеюсь, что все-таки поставишь лайк. Если не подписан, подпишешься и нажмешь на колокольчик. Ну, если тебе не нравится геймплей, такой, не знаю, ну... Найди других ютуберов, там, не знаю, Hellhound, Клякса, кто еще, падла есть. Подписывайся на них. Я буду стараться по возможности делать, ну... Я пока не хочу часто снимать Dead by Daylight. Не знаю, я буду снимать, но не так часто. Я хотел за суровов прийти, мне мана всегда больше нравились. Но, блин, за них очень сложно. Очень сложно делать геймплей. В основном
Я с самого начала говорил, еще 2 года назад, что сурвы всегда сильнее, и мне никто не верил. Мне говорят, это все фигня, Алекс, ну ты какой-то бред говоришь. Сурвы слабее, ман легко справляется с сурвами. Ну нет, это заблуждение, на самом деле. По дискорду у них преимущество, хорошая тима преимущество. Блин, если ты умеешь мансить, реально... Пока я одного повешу, уже могут 3 гена спокойно завести. И маны страдают, манам очень сложно. Ладно, ребят, в следующей серии я все-таки постараюсь переиграть за нее. Я обещаю, что я переиграю за Аннушку, за новый скин. И именно выберу для вас что-нибудь... Что-то интересное, да, где я накажу сурвов. Это первые мои 2 игры были, и они были фейловые. Я сыграю 10-20 игр и выберу самое для вас лучшее. Я просто не знаю, что вы хотите видеть. Мне кажется, стоит делать более качественный контент, как я делал раньше. И буду стараться что-то самое интересное, наверное, выбирать. Но видеоролики тогда будут реже выходить. Вот. Ладно, пока что всем пока. Можете не писать, что это ужасная игра. Я и так знаю, ребят. Это отвратительная игра от меня. Ужасная, просто не знаю. Возможно, есть хуже, но... Куда уж хуже. Я не знаю, не то, что плачусь, но, блин. Бесит то, что хочется что-то сделать для вас хорошее, но по времени ты просто не успеваешь. И получается то, что получается. Первый взгляд, первые эмоции и какой-то негатив. Хочется... На позитиве быть, что-то интересное для вас сделать. Не знаю, не получается, ребят. Я думал, сейчас отыграю, сейчас, блин, круто будет. Не знаю, у меня какая-то прям серая полоса, и не получается ничего. Вот возьмусь за что-нибудь, и не получается. Вот у тебя в голове одно, а по итогу по-другому все получается. Не так, как ты хочешь. Ну, плюс, да, конечно же, я давно не играл. Надо чаще играть, тогда будет лучше. Скоро стрим проведем, и там, я думаю, в удовольствие хорошо поиграем. Ну а пока что всем хорошего настроения и пока-пока. Я переиграю за нее, да. Я докажу, что я могу за нее хорошо играть. Скоро будет видеоролик. Всем пока, до новых встреч.